Выпил – не заводись. Акцию под таким девизом в среду провели дорожные полицейские совместно с Комитетом по делам молодежи. Не случайно именно молодое поколение выступило соорганизаторами флешмоба. Но мы считаем, что старшее поколение, так иначе, уже имеет какие-то жизненные ценности, ориентиры, оно ценит не только свою безопасность, но и безопасность окружающих, а молодежи. Есть свойство, скажем так, такое отношение к жизни, что все нормально, все прокатит, будет не со мной, я такого никогда не допущу, я в аварию не упаду, поэтому мы обращаем внимание на молодежь, говорим, что молодые люди, вы тоже в зоне риска, пожалуйста, обращайте внимание на подобные вот события, на подобные явления. Этот автомобиль – реальный участник пьяного ДТП. Теперь часть специальной инсталляции и пример того, как не надо делать. В машине еще видны пятна крови его, пренебрегшего правилами водителя и пассажиров. Столб, с которым как бы столкнулась «Лада», символизирует алкоголь. И действительно, пьяные водители – основная причина смертельных ДТП. За два прошедших месяца этого года в городе Иваново зафиксировано 3 ДТП с участием водителей в нетрезвом состоянии, в результате которых пострадали 4 человека. В сравнении с прошлым годом количество ДТП уменьшилось, количество пострадавших также. Если брать выявляемость, то выявляемость наоборот увеличивается, то есть водители все-таки садятся за руль в нетрезвом состоянии. Каждый день сотрудниками УПДПС, ГИБДД, УМВД России по Ивановской области выявляется в городе в среднем 5 нетрезвых водителей. Инсталляция привлекла внимание многих проезжавших мимо автолюбителей. Многим участники акции вручили памятки и наклейки антиалкогольной тематики. Таким образом, до водителей попытались донести, что пьянство за рулем калечит и убивает. Это как раз тот случай, когда на собственном примере учиться будет уже поздно. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.